Знаете, мы знаем такие вещи теневые относительно благотворительности, но дело все в том, что ведь, с другой стороны, давайте посмотрим на это. Это опять никуда не деться. Чувство ответственности у людей, оно как-то смывается со временем. Но, с другой стороны, если до цели дошел результат, если тот ребенок или тот инвалид, на которого направлены были деньги, это было направлено именно на него, и это решилось, я думаю, что это, ну, с этим надо уже смириться. Главный результат –